Psychedelic party es buena sensación. Psychedelic party, eso sí es el sol. Psychedelic party, toda confusión. Psychedelic party es alucinación. Psychedelic party, tu cada vez te vas. Psychedelic party, un poquito más. Psychedelic party, tú eres el amor. Вот такие первые 24 часа. Проснулся я самый последний. Все уже пошли на рыбалку, чай попили. А я рыбак серьезный. Я прихожу только тогда, когда рыба клюет. Так вот, имеет ли смысл такие вылазки мужские? Без детей, без жен, вообще без женщин? Конечно, имеет. Мужская такая компания. Где-то пошутить, где-то выпить, где-то даже, может быть, рыбу поймать. Ну а самое главное, это некая свобода, красота. Нас тут сейчас трое, и еще должно пятеро подъехать. Будет вообще мужская компания. Ну а если честно, на мой вкус, взгляд, какой-нибудь девчушки нам все-таки не хватает. А то мы и добытчики, и повара, и уборщики. Вообще полное самообслуживание, которое начинает надоедать. Вообще, по своей сути, я хищник. Я охочусь на хищников. Сейчас хищник пойдет. А ты говоришь, рыбы нету. Она ушла, вся рыба, с кордона. На другой кордон ушла. Вот это я уже поймал по-человечески. За рот. А я говорил, что я хищник. Вот теперь ее вытащить-то надо будет. Маленькая. Вот это рыбеха. С Леней два охотника. Плавало, чтобы за член щукой. That you're the feeling I'm missing, you know. That I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't? Зоху? Представьте себе, поехали вы на рыбалку, вот как мы, у нас рыбалка шикарная. Но вот здесь завелись мыши, вернее не завелись, мы к ним приехали. Делаем мышеловку. Берем обыкновенную вот такую вот 5-литровую бутылку, подсолнечное масло и сыр. Вовнутрь наливаем немножко подсолнечного масла. Совсем чуть-чуть, много не обязательно. И мыши очень любят сыр. Бросаем туда кусочек сыра. Мышеловка готова. Заходим на кухню.
туда, где мыши чаще всего ползают. Мышка заходит туда, по своей лесенке, вовнутрь, кушает сыр, лапки обмакает в подсолнечном масле и вылезти не сможет уже, скользко будет. Ну, посмотрим, сработает, не сработает. Моя бабушка так делала, у нее получалось. В доме под Курском оторвись по-русски, Кусаника Калига. Бывает, встану утром рано, выпиваю русиана. Вроде все идет по плану, за окном шумит Тоскана. Но в душе щемит тоска, хотя бабла навалом стала. Но мне все мало. А ты простой преподаватель, значит полный неудачник. Если б ты дружил со мной, ты бы точно был богаче. И как я бы никому не дал летать на своей даче, было все иначе. Поездка выдалась очень и очень крутой. Настоящая мужская поездка. Дальняя дорога, крючки, патроны, дичь, рыба, степь, вода. Было все, и это очень круто. Единственное, что не дает покоя здесь, в Астрахани, это комары и мошка. Это прям бич. Мышь так и не попалась в мою мышеловку. Она была везде. На кухне, в доме, в ящиках для еды. Она даже костью два раза выгнала из кухни. Полная хозяйка. Но в мышеловку так и не попала. Мы ее хотели пристрелить. Но стрелять в сторону кухни дробью — это негуманно. Ночью пойдем на рыбалку. Ну, такую доисторическую, да? Без удочек. И пока светло, будем собираться. Завтра уже в цивилизацию поедем. С самого утра. Может быть, еще кого-нибудь постреляем утром. Не знаю, посмотрим, как пойдет. Я вот курю, мошку гоняю. Достала она меня. Кстати, все пошли на рыбалку. Судака ловят. А я вот книгу читаю. Очень занятное чтиво. Пауло Куэльо «Дьявол и сеньорита Прим». Очень интересная книга. Крутая поездка, очень крутая. Пойду арбузика поем. Сделай фото в Инстаграм.